Как добавить видео на YouTube, не нарушая авторские права? Здравствуйте! На связи канал Бизнес YouTube. Довольно часто возникает необходимость добавления на свой канал чужих роликов. Это может быть интересное для нас видео, содержащее в себе какой-то полезный контент. И чтобы его не потерять и иметь возможность вернуться к просмотру еще раз, мы можем сохранить его в своих плейлистах. Но обычно большинство владельцев каналов делают это следующим образом. Скачивают видео и перезаливают на свой канал. Однако это может иметь последствия. Если перезалитый ролик не был опубликован по лицензии Creative Commons, а по стандартной лицензии YouTube, то этот контент защищен авторским правом. И за его несанкционированное использование может последовать наказание в виде страйка, удаления видео, а порой и блокировки канала. Чтобы этого избежать, я сейчас покажу вполне законный способ добавления чужого видео на свой видеоканал. Итак, в поисковик YouTube я ввела запрос «Как не нарушить авторские права на YouTube?». Примерно 4080 вариантов ответов мне предложил YouTube. Из предложенных роликов я выбираю тот, который мне приглянулся. Ну, например, возьмем вот этот. Мы нарушили авторские права. Открываем его. И для начала давайте проверим, по какой лицензии опубликован данный ролик. Для этого под видео находим кнопочку «Еще», не первую, вот здесь вот обратите внимание, а ниже, где описание ролика. Кликаем на нее и видим, здесь написано, что данный ролик опубликован по стандартной лицензии YouTube. То есть просто так взять и перезалить его на свой канал мы не имеем права. Ролик защищен авторским правом. Что же делать? Ну, во-первых, мы можем выбрать тот ролик, который не защищен авторским правом, то есть имеет лицензию Creative Commons. Для этого YouTube предоставляет нам такую возможность. Обратите внимание, опять-таки, в открывшихся видео над ними есть такая кнопочка «Фильтры». Если мы на нее кликнем, то мы можем здесь отфильтровать данный запрос по любому параметру. Например, выбрать «За последний час», ролики, которые загружены за сегодня, за неделю, за месяц и так далее. Нас интересуют ролики, которые загружены по лицензии Creative Commons. Находим эту надпись и кликаем на нее. Вот сейчас у нас появились отфильтрованные ролики, которые опубликованы именно по лицензии Creative Commons. И вот такие ролики мы можем использовать безбоязненно, скажем так. Хотя, надо сказать, что не всегда. Об этом мы поговорим в другом видео. Это первый вариант. Есть и другой вариант. Например, среди предоставленных роликов по лицензии Creative Commons нет того, который нам был бы интересен, либо соответствовал нашим запросам. Мне нужен именно вот этот ролик по стандартной лицензии YouTube. И именно его я хотела бы сохранить у себя на канале. Для этого я могу просто-напросто добавить его в свои плейлисты, не перезаливая. Что я делаю? Под названием ролика есть вот такой крестик, плюсик. Добавить в. Кликаем на него. Открываются наши плейлисты. И в любой из своих плейлистов вы можете его добавить. Например, я вот в такой плейлист добавляю «Посмотреть позже». Вы же можете добавить его в любой из своих плейлистов. Не обязательно, чтобы он был ваш плейлист с ограниченным доступом или с доступом по ссылке. Это вполне можно добавлять в обычный плейлист с открытым доступом. И тогда на вашем канале, конкретно в заданном плейлисте, отразится вот это видео. Такой вариант добавления ролика не будет являться нарушением. За это вас никто не накажет, и никакая система Content ID не сможет предъявить вам обвинение в том, что вы нарушили чьи-то авторские права. А на сегодня все. Если вам был полезен этот материал, ставьте лайк, поделитесь с друзьями им и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. С вами была Наталья Кожемякина и канал Бизнес YouTube.